Салем, Курмет Адастар. Вот опять мы в старом месте. Казахстан, Темир-Жолы. А там офис ГАЗ. КАЗ, что-то ГАЗ. Не забыл, извините. Вот. Северное сияние языка. Вот. И все такое прочее. Байтерек, а там Аккорда. Вот. Сегодня мы опять снимаем на телефон. Ибо это. Скорость у меня убогая с видеокамеры. Нифига не грузится. Просто жесть какая-то. Вот. Ну ладно, что. Скоро. Хозяйка квартиры у меня, уважаемая, сделала заказ на КАЗ-телеком, что поставили нам интернет скоростной и Wi-Fi роутер поставили. Вот. Нет у них там, видите ли, роутеров свободных. Я говорю, давайте я куплю, как бы, выпасть. Нет, мы только свои ставим. Ну ладно, как бы так. Разберемся. Вот. Сегодня мы с утра гоняли с Костей по работе. Вот. Отвезли там кое-какие материалы необходимые для работы, как бы, вот. Ну и что, кое-что заказали, как бы, там. Инструмент кое-какой, все такое прочее. Вот. Потом я прошелся мимо моей любимой Абу-Даби Плазы. Казахстан Тауэр, вот она стоит, видите? За елками и за северным сиянием уголочек торчит. Я про него не забыл, так что вот. И такие просветы синего бирюзового неба сквозь облака. И достаточно тепло. Сегодня вот у меня даже руки, видите, так нормально. Вот. Потом мы съездили еще. Ну, по всем квартирам проехали. Ну, не по всем. По двум, в принципе. Которые на Улы-Далы. У нас две квартиры на 44 и на 1. Там проехались, посмотрели. Как бы там кое-что поговорили. Вот, потом Костя поехал по своим делам. А я пошел по своим делам. Уже пешком. Иду, снимаю вам. Вот. Опять репортажик. Из самого сердца. Славные Астаны. Вот. И так далее. Вчера я снимал видео там, шоу рассказывал. Вот. А оно не загрузилось, нифига, короче. Так прям жесть. Там я рассказывал вот про что. Есть такой резидент Comedy Club. Ну, был он, резидент Comedy Club. Семен Слепаков, как бы, вот. И он пел песни иногда такие, ну, адекватные там, да. И там какие-то выступления у него были в Comedy Club. Вот. А потом что-то как-то он работал то ли в Газпроме, то ли где. Ну, в какой-то около государственной структуре. И как бы ему пришлось с волками жить, по волчьи выть, скажем так. И он там как бы какие-то песенки сочинял там пошлые. То есть как бы это. О том, что вот как бы навальнистов там, да, молодых надо там как бы ментам бить вроде как, да. Чтобы они не особо выеживались как бы, да, на власти. Вот. Ну, то есть, особо-то как бы не ругался, чисто так троллил, как бы, да, он. Ну, потому что понятно было, что это не искренние его слова, а все-таки куплен он человек. Вот. И как бы вот это он. Ну, я его за некоторые вещи я его уважал, как бы, да. Там он пел про ветерана на немецкой, который там из пистолета подстрелил немецкую бронированную машину, как бы, да. Мерседес, типа там, в Comedy Club он пел. Я не помню дословно, как бы, а вот такой смысл. Думаю, о, вроде человек адекватный. А потом он опостил вот эти песни про навальнистов себя, как бы, да, и скомпрометировал. Я его перестал уважать, как бы. А тут, видать, у него, знаете, вот бывает терпение, лопасть, ну, да, пошло оно все, как бы, да, ну, невозможно терпеть это, как бы, да. И вот он уехал в Израиль, и оттуда песенки сочиняет. И вот он сочинил песенку,
называется «Колыбельная». Там типа мама поет про трех сыновей. Один сын, ну как бы, говорю дословно. Ну не дословно, как бы, а смысл. Не дословно, а смысл точно будет. Что вот мама поет песенку, там, ой, ты, моя малышка, спи, усни. Жаль, что тебе 3 года, и ты не можешь укропов красить идти. Вот. Жили бы мы хорошо и богато, но мешают нам проклятые укронацисты, как бы, вот. А, это на маленького поет, потом про своего среднего. А средний сын оказался предателем, оказался специалистом каких-то IT, ну, айтишником. И вот он оказался в плену у сатрапов в Европе. Вот. Коротает ночи с садомитами и все такое, как бы, вот. И типа нет ему прощения, да? Вот. Повернемся в эту сторону, чтобы полюбоваться еще раз. Вот. И, значит, вот средний сын айтишник уехал в Европу, как бы, вот, и матери. Вот. И вот он дальше продолжает петь, как бы, колыбельную вот этому своему маленькому 3-летнему сыночку. Жаль, которому что 3 года, который не может ехать крошить укроп. И вот она про своего 3-го сына вспоминает. Поет дальше. Типа, вот. Старший сын зато у нас вернулся героем. Вот. 9 месяцев страну защищал. Опять я говорю, смысл, не дословно, а смысл. Ну, постараюсь, я прям ужаснулся, да, вот этой вот фабуле такой, да, скажем так, он поет. Мама поет. Старший сын оказался у нас героем, 9 месяцев страну защищал. Вот. И вот мы скоро ему установим оградку, и новый памятник крутой нам мэр обещал. И я такой думаю, ничего себе. Вот находит Семен слова и фабулы такие, как бы, да, вот такой язык, чтобы донести буквально в 2 словах, чтобы ужаснуться и понять, да. Вот. Вернулся героем, я думаю, справа вернулся, может быть, с медалью там туда-сюда. А там он потом вернулся героем. Ну вот скоро поставим ему оградку. То есть вернулся он мертвым. И я такой, а, нифига, думаю. И вот этот Семен, которого я, ну, как бы перестал. Хотя ему мое уважение и признательность, как бы ему без разницы, да. Это как бы не для него, а для себя. Вот, как бы, да, я говорю. Хотя ему мое уважение, как бы, и не надо совершенно, как бы, вообще ему наплевать на мое мнение. Ну, мне-то не наплевать. Я же, как бы, вот. Вот это, думаю, вот. Искупил до Семен вот этой песни, все свои, как бы, да. Вот просто какие-то слова такие слабохарактерные, скажем так. Ты же все понимаешь прекрасно. Вот как бы. И тут на него накинулись Соловьёвы, вот эти все Секилёвы, там вот эти пометы. И вот эта шваль вся, короче. А, он там фейки разносит там, провод. Как бы компрометирует нашу доблестную там СВО и так далее, да. Надо его лишить там паспорта, гражданства, туда-сюда. Он тут жил, кормился там на государственной... Ну, начали песню старую о главном, типа вот. Сейчас он оказался предателем, как бы тоже вот. Такая вот, видите, колонна античная. Вот, с чашей. Ну и, короче, вот. То есть в итоге Семен плохой оказался для власти. Вот такая тема. А люди, которые, может быть, перестали уважать его, они сказали, да, Семен, ты красавчик, ты искупил, ну, я, по крайней мере, так про себя говорю, ты искупил свою вину вот этими словами, да. То есть, ну, они ужасные. Понимание вот это, понимаете? Кому это надо? Зачем это надо? О, боже мой. Вот. Вот живут казахи. Не парятся, как бы, да. Я тут ехал с таксистом, так он не знает, что такое Вагнер. Он даже не знает, что Вагнер это композитор там, как бы, да. Ну, в понимании музыкальном он не знает. А тем более не знает и в понимании российском, как бы, да, про это все. Я и не стал с ним говорить, думаю, эй. И мне вообще не интересно это, и опасно, как бы, и так далее. Вот. Так что такие вещи. Хан Сатыр. Такие вот вещи у нас происходят. Ну, вещи,
Новости опять, конечно, ужасные, ужасные, все оттуда читаешь и ужасаешься. Ну, я стараюсь не обращать внимания, какое небо прекрасно, такие, как облака называются, я не знаю. Облака белогривые лошадки. Вот. Красота, прямо красота, красота. Ну вот, вроде как, немножко наболтал сегодня чего-то. Все. Сау, волны, здар, достар. Увидимся, услышимся.